месяц жизни вычеркнут. Мне прям больно, честное слово. Ну что это такое, а? Мы победим. Салах все решит. Второй матч и все. Шансы есть. Все равно за Россию. Всем привет, друзья, с вами снова Тамбовский влог, Александр Смолеев и Сергей Степанов. О чем же сегодня мы поговорим с горожанами? Ну, конечно, о футболе. Ведь совсем скоро начнется чемпионат мира, который в этот раз проходит в России, в Москве, в Питере и в других городах. Рады ли тамбовчане предстоящему мундиалю? Будут ли смотреть чемпионат? Что они ждут от сборной России по футболу, мы узнаем прямо сейчас. Как вы относитесь к тому, что в России на днях начнется чемпионат мира по футболу? Вы рады или нет? Рад. А поподробнее, почему? Что для вас этот чемпионат? Это Россия. Это все. Наша страна построила 40 стадионов для молодежи. Вот они пусть и на нем играют. А как дальше будет развиваться, я не знаю. Будем рады болеть за свою сборную. Чтоб там наш Жирков никого не подвел там, а все было все хорошо. Очень рад. Очень. Выходные, говорят, сделают, да? В честь чемпионата мира, когда Россия будет играть. Целых 3 выходных у нас будет, потому что Россия больше 3 матчей не сможет сыграть. Мне безразлично, они играют в футбол. Ребята, мне 70 лет, ну что вы хотите? Наш позорно играют за такие деньги. Мне прям больно, честное слово. Ну что это такое, а? Да. Мы с папой будем смотреть. А вы? Будем болеть. Конечно, рад. Сам занимался когда-то футбол. О. За наших болеть нет смысла, остальное все. Будет футбол, хорошо. Не будет, переживем. Болеть, смотреть, все будем. Гордость за страну, как бы, то, что в ней возможно провести чемпионат мира. Как бы, вот и все. Ну, хотя бы в России в нашем будет что-то проходить стоящее. Не знаю. Ну, футбол, футбольный матч, это хорошо. Не знаю, что сказать. Вы будете смотреть? Я не увлекаюсь футболом. Ну, я увлекаюсь и думаю, то, что можно будет посмотреть. Ну, футбол, болеть за своих, ставки ставить. Слов нет. Одни эмоции. Абсолютно рад. Очень прекрасно, что в нашей стране наконец-то такое великое событие. Я футбол не смотрю. Смотреть вообще не будет? Не интересуетесь? Нет. Ну, я вообще футбол не очень люблю, но вот это единственное, наверное, событие футбольное, которое я смотрю. Поэтому это шанс для меня посмотреть футбол с интересом. У меня муж футболист. Месяц жизни вычеркнут. Все, на месяц о муже можно забыть. Да вот я об этом и говорю. Конечно, рада. Ну, большое событие. Короче, приедут все с разных стран мира. И наша команда примет участие, будут болеть за эту команду, за нашу команду, очень переживаю. Ну и престиж, наверное, все-таки. Нам нельзя ударить в грязь лицом. Чемпионат мира по футболу скоро состоится, рады или нет? Нет. А почему? Ну, потому что я не считаю футбол спортом. А поподробнее, вот почему не считаешь? Ну, это слишком переоценено. То есть слишком большая зарплата и всякое такое. Я не слежу и не смотрю, мне это без разницы. К сожалению, меня это уже не волнует. Возрастной ценз. Должно быть достаточно интересно посмотреть все это, как это все будет происходить. Приедут другие со всей страны к нам, с Европы. То есть можно будет пообщаться с носителями других языков. Вы поедете общаться с носителями других языков? Нет, честно, я не люблю футбол. Не знаю ничего. Смотреть буду я, нет. Как вы думаете, какие шансы у сборной России? Ответила. Салах все решит. Конечно, проиграю. Второй матч и все. Ну, должна вот пока выйти из своей группы. А дальше посмотрим. А вы с какими-то другими еще команды будете болеть, кроме России? Португалия. Я с детства болел за Эсебова. Мы победим. Всех вынесем. Всех, да. Я думаю, победит. Что, думаете, из группы не выйдет? Нет. Нет, вообще не выйдет. Должны. Что должны? Ну, себя дома хотя бы что-то показать. Из группы выйдут, как вы думаете? Думаю, да. Ну, выйти из группы, шансов много, но я думаю, что они не выйдут из группы. Максимум 3-е место. Ну, я не знаю, я думаю, они все-таки смогут побороться и, может быть, выйдут все-таки.
А так за кого еще будете болеть, кроме России? За красивый футбол. Я всегда за него болею. Ну, мне кажется, ну, со второго места выйдет с группы. Проиграем, как обычно. Ничего а шансов никаких, вы сами знаете. Нет шансов у нашей сборной. Если дождь с кирпичами пойдет, то да, болеть шансы будем есть. Все равно за Россию. Не, ну конечно, конечно. А потом? А потом за англичан. Всегда за нее. За бразильцев, за немцев. Все равно выиграют они или проиграют. Зарплату все равно получают хорошую. Я думаю, так. Ну, это схема, мне кажется, большие деньги вокруг футбола. Ну, то есть мотивации нет играть нормально? Думаю, да. Должны занять первое место. Должны выиграть. Перспективы я... Главное шоу. А перспектив, наверное, все-таки в нашей стране вряд ли. Вряд ли, вряд ли. Непредсказуемый совершенно. Даже, не знаю, прогнозов делать не буду, как повезет. Не слежу за тем, как они готовы, даже что в группе в нашей, не знаю. Посмотрим. Я не думаю об этом. Да нет, наверное, никаких шансов у них. Футбол у нас, конечно, к сожалению, не очень, не блещет. Но я думаю, из группы выйдут. Наши сборные минимальные, я думаю. Не стоит надеяться. Ну, что ж тут теперь поделаешь. Как вы считаете, как этот чемпионат скажется на экономике нашей страны? Положительно или отрицательно? Положительно. В любом случае, положительно. Молодежь будет ходить на стадионы, играть там, ну, развлекаться там, кафешки будут там. Положительно. Ну, конечно, повлияет. Я так думаю. Потому что очень большие расходы на это идут, на это средства большие идут. Так же, как и на новые стадионы, и усовершенствованных стадионов. Так что все-таки это отразится. Деньги затраченные очень много будет, наверное, так. Да, в нашу пользу вообще ничего. Я просто не знаю, что сказать еще. Экономике это помощь. Плюс кто-то работает на этот футбол. Все равно ведь люди работают. Плюс «Газпром», что, он же у нас этот, кто там, инвестор. Наверное, хорошо все-таки. Не знаю даже почему. Вообще-то да, я думаю, тоже хорошо. Много людей за границей приедут к нам, посмотрят, как у нас. Ну, хорошо, плохо, это они сами уже будут оценивать. Сделают выводы и не будут верить мифам, которые у них там ходят. А то, что у нас МИД... Да, по дорогам и все такое. То, что мы все в валенках ходим. Да-да-да. Скорее всего, отрицательно, потому что много на стадионы потратим. Потратили уже. Дома реконструировали, дороги. Своруют много денег. Уже своровали, и еще своруют. Вот так и скажется. Экономика наша ожидает ждать большего. То есть затраты будут. Понятно. Думаю, выгоды некоторые есть. Все-таки туризм должен подрасти, по крайней мере, в тех городах, где будут матчи проходить. Ну, чудес каких-то ждать не стоит, но плюсы экономические явно будут. Я вот видел, например, как сделали тот стадион. Ну, во всяком случае, ну, просто вот в интернете. Ну, и на самом деле, мне кажется, то, что это, ну, по идее, должно сказаться положительно. Потому что люди будут там что-то покупать, какие-то, опять же, наборы, подарки, что-то будут привозить, какие-то сувениры. Поэтому я думаю, то, что это положительно скажется. Как сказать, туризм будет привлекать и приносить деньги иностранные. Ну, строятся стадионы, и, то есть, как бы, лучше будет. А экономика хуже. То есть будет выглядеть улица лучше. И всякое такое. А почему хуже, вот ты сказал? Ну, деньги затрачиваются на строительство. Их можно было бы вложить в более как бы благие цели. То есть на строительство больниц или их улучшение более техническим оснащением. Друзья, ну а с вами был Тамбовский влог, Александр Смолеев и Сергей Степанов. И это все на сегодня. Обязательно высказывайтесь по теме этого сюжета в комментариях к этому видео. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, рассказывать о Тамбовском влоге своим знакомым, поддерживать нас не только морально, но и материально. Все подробности, опять же, в описании к этому видео. Но на этом все. Всем счастливо!